Операция сотрудников Инбекшинского отдела полиции и управления по борьбе с организованной преступностью Департамента внутренних дел области завершилась задержанием двух молодых людей. Полицейские подозревали их в незаконном хранении и ношении оружия. Эти подозрения полностью подтвердились в ходе операции. Мустафа Айвалы, бұл кімге тиесіл зат? Мен білмеймін, маған қатысы жоқ. Қайдан сіздің қалтаңызда жүр бұл зат? Были задержаны двое жителей города Чимкента 87-го и 90-го годов рождения. При досмотре у одного из них был изъят боевой пистолет ТТ и травматический пистолет с патронами. С какой целью молодые люди имели при себе такой арсенал, они объяснить не смогли. Однако для одного из них это не первый случай. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Один из них уже ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В данное время факт зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования Инбишинского отдела полиции. Полиция возбудила уголовное дело, проводится досудебное расследование.